Ставь лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Доня, а также B-World. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Спуск с горы без тормозов». Здорово, ребята. Итак, друзья, сегодня мы прибыли с Гришей записывать для вас новую серию по шоу «Спуск с горы без тормозов». И сегодня, ребята, у нас есть вот такая вот огромная гора, просто гляньте на нее. И в конце есть рампа. Yeah. Да, и сегодня на просто нереально крутых тачках мы с Гришей будем спускаться и прыгать через всю карту GTA 5. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, это очень важно. Давайте мы соберем 4000 лайков, выходит новая серия по этому классу. Классному шоу. И также не забывайте подписываться на канал и на Телеграм. В Телеграме выходит много прикольного по поводу того, что не попадает в видосы. Там разные вырезки и прочее. Итак, под самое начало мы с тобой делаем по одной рандомной тачке. Используем мы именно реальные машины. Я делаю себе рандомную, пока это GTA-шный мы не считаем. И мы используем именно реальные тачки. Реально, это у нас... О, такой прикольненький вайпер у меня более-менее. О, у тебя что такое выпало? Что это? Подожди, это... Это Toyota. А, или это Lexus, подожди, это Lexus, может быть, нет? Может, это Lexus LX, да. Ну, неплохо, окей, поехали, первый спуск, ребята, посмотрим, что получится вот в этом прыжке нашем первом. И какая тачка улетит дальше, сейчас мы это узнаем буквально вот уже скоро. Ну, старт у тебя лучше, да, у тебя старт явно лучше, а что-то у меня вообще скорость такая себе, честно говоря. Сколько у тебя? Нету. Ну, 1000. 700, я понял, начинаем мы, короче, не так, как надо начинать. Сразу же с фуфла я начинаю. Какой-то, хотя думал, что вайпер-то более-менее будет, честно говоря, но оказывается, что нет. Я лечу буквально, ну, после эстакады сразу здесь. Так, а я на фибы падаю. Да, а ну-ка, бамс. Я повторил, помнишь, твое падение однажды. Просто глянь спектейт, бал тебе, просто глянь спектейт. Я упал так, как ты однажды падал. Ну, пойдет, я думаю. А, нифига, прикольно. Да, прям ровно запарковал. Вот в это здание. Окей, первый балл твой, идем дальше. Окей, продолжаем. Теперь получается, ты делаешь себе 3 рандомные тачки, потому что ты был дальше. О, то же самое, что было у меня. Походу, как да. Это возможно вообще? На этом серваке. Я так понимаю, лучше не брать. Понятно. Ну, смотря что выпадет так еще. На этом серваке, ребят, у нас, ну, не знаю, сколько тысяч машин, но очень много. И прикиньте, вот шанс выпадания одинаковых машин. Какая-то у тебя так, прикольненькая Феррари. 488. Да. Ой. Поехал без тебя. Лови ее, лови. Стой. Я пока сделал себе. Поймал. О, хорош. Ямаще мне выпал, у меня выпал Драгстер. Ого, под капотом 600 и Тесла. Я возьму Драгстер. Я вот такие крузаки видел в Дубае, короче. О, у тебя крутой Колян, нормальный. 142 под капотом. Да? А что быстрее из этого всего? А сколько у Вайпера, интересно? Да не все примерно одинаковые, 171. Ну, видимо, Фера, да. Видимо, Фера твой выбор на сегодня, потому что что-то остальное такое себе, я так понимаю, да? Или как? Да. Наверное, Феррари возьму. Окей, я поехал, ребят, на крузаке 200-м, такой вот просто заряженный. Интересный. Блин, ну очень, поэтому. Ну, это непонятно пока на самом деле, как он поедет. Фера, походу, носом клюет, сейчас посмотрим. Да, а я капец, какой дрифт-пот. Я дрифт-пот. А, серьезно, прям с рампы мимо полетел. Ну, на ней никак. Нет. Да? Ну, давай, либо другую бери одну из этого, либо новую создавай. Так у меня есть, да, 3 машины, сейчас ну, я выкручу. Давай. Я, в принципе, лечу, ну, это как бы, я думал, будет дальше. Но просто из-за того, что как бы это дрифт-корч, ну, как бы он драгстер, но он дрифтит. Да, поэтому я поехал неплохо, но на скорости 1000 всего лишь полетел. И падаю я буквально сразу после Аллеи Звезд. А нет, не долетая Аллеи Звезд, я упал. Ну, в принципе, неплохо. Ну, пойдет, да. Так, где находишься ты? Ты как бы там уже полетел, да, или я еще? Я карик взял. Сейчас посмотрим, как он полетит. Так, не, он такое. Подрубая спектейт, что по скорости, сколько там у тебя? Ну, такое. Такое это сколько примерно? Ну, 1000. Ну, это хорошо. Ну, я на фибы приземлюсь опять. Слушай, ну я не особо. А, ну. У нас, походу, с тобой скорости по-разному показывают. Возможно. Меня показывает больше, а лечу ближе. Ну, слушай, да. Ну, короче, у меня было 1000 с чем-то, да, там буквально. Я упал чуть-чуть дальше, вот буквально вот там синее здание такое впереди. Да, у нас разные скорости с тобой. Да, наверное. Короче, отлично. Ну, там еще, разумеется, масса влияет и все остальное, поэтому тут много что влияет. Но, короче, неважно. Это главное, что балл мой, и мы пока сравнялись. Идем дальше. Окей, продолжаем. Так, Гриша, делай себе 2 тачки.
True Cars. О, это, по идее, прикольно, если не ошибаюсь. Только под капотом у него сколько Вроде бы он должен нормально поехать. Ну, вроде как да. Под капотом там шляпа, но вроде он должен нормально поехать. Ну, вроде да. А это что такое? А это что? Это, по идее, Aston Martin, который, как он там называется, я не помню. Aston Martin какой-то, если не ошибаюсь, да. Короче, я пока делаю себе три. Ой-я, что мне выпало, братан, прыгай. Валькирия. Валькирия, да, Aston Martin Валькирия. Прыгай ко мне, брат, довезу. Поехали, куда хочешь. Я не знаю, что взять, джип или Aston Martin. Это не считается. А, слушай, ну, выбор непростой. У меня тоже будет выбор непростой, потому что мне Bugatti и Priora выпало. Что бы ты взял, Bugatti или Priora? Бугатти. Бугатти? Бугатти под капотом 180, то Приора 138, да, как бы. Но я что-то... Честно, я не верю в Бугатти. Я хочу взять именно, ребята, Приору себе. Ну, давай, тем более, мы примерно что... одинаково сейчас полетим, потому что у нас одинаково под капотом, плюс-минус. Ну, интересность. У меня же еще, ребята, здесь флаг Дагестана, я так понимаю, да, висит. Поэтому, ё-моё, пацаны. Но кто с тех краев в комментариях там пишите. Слушай, что-нибудь. Ну, я сделал правильный выбор. Единственное, что я ограничение скорости не снял, у меня в отечку уперся. Ё-моё, у меня она капец как била сейчас. Она просто... Она, короче, неплохая скорость была 800, но она перед прыжком, она билась несколько раз, поэтому... Да, я прям... Слушай, очень я что-то плохо. Лечу. Нет! Куда я лечу? Чуть не взорвался. А ты где? Покажи мне, в смысле? Я уже у озера, у большого. А, нихрена, да, у тебя чит выпал. Я бы даже если бы очень постарался. Я мог дальше улететь, потому что у меня ограничения. Я понял, это очень круто, да. Вот такой вот секретный, ребята, кузнечик, да, у Гриши выпал, вот. И как бы вот такая вот. Так, я сейчас еще рикошетну, хорошо. Куда полетел-то? Давай. О. Ну еще с горы, да, поехал. Ну это же спуск пошел, да, с горы Чилия, так называемый. Смотри, как он помялся жестко. Да он вообще в хлам у себя, да. И ты в итоге прямо в воду, бац. Неплохо запарковался. Так, я пока отмечаю, да, на карте пока. Стой там, подожди, пока сейчас я отмечаю на карте. Все, отметил экстрабал на карте. Отлично, это на самом деле очень даже неплохо. Это очень крутые показатели, ребята. И пока 2-1 по баллам, идем дальше. Окей, продолжаем. Получается, Гриша делает себе три тачки. Бугатти Дива. Ё-моё, я делаю себе две. Но это прям очень круто, на самом деле. Бугатти прям это мощно. Я делаю себе две. Первое это... Ой-ой-ой-ой-ой. Это RS6. Прямо интересно, реально. И вторая это не считается. Это вот такая электроформула. Это, конечно, обман. Электроформула, она не едет. А, у меня тоже RS6. Фига. Тоже какая-то RS6. А, слушай, это RS6 или RS4? 15-го года, RS6. А, да, RS6, да. Слушай, ну и как бы... И Камри. Бугатти, RS-ка и Камри. Да, значит, почему? Обычно же наоборот делают, типа, белые тачки и черная крыша. Это нужно белую тачку сделать и черную крышу. Да, 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 да. Ну, ладненько, у меня такая вот RS-ка. На самом деле, я очень рассчитываю на нее, потому что, по идее, она быстрая. Вот. У тебя, видимо, Бугатти, да, сегодняшний выбор на прыжок, либо RS-ка. Ну, скорее всего, Бугатти. RS-ка. Кажется, да, Бугатти. Да. Бери Бугатти, стартуй. Да, я пока поехал уже, догоняй потихонечку. Давай. Посмотрим, что получится сейчас. 800, 900, 1100, 1200, 1300. И я полетел. Отлично, это хорошо. Ну, конечно, Бугатти пока непонятно, как полетит еще не, на самом Bugatti деле. Не, Бугатти не пойдет столько. 1000-то. 1000, да, только? А, у меня проблема, у меня рампы нет. Ага, ну загрузи еще раз тогда F4. На самом деле, ну, блин, очень хотелось бы как-то экстрабал побить, но мне кажется, это просто нереально. Ну, то есть, не, это реально, не, но я думаю, это... ты сейчас долетишь. Нет, не, я падаю. Серьезно? До сороковушки даже, да, прикинь. Просто у меня, она... типа, суперлегкий джип. Да, у тебя летающий оказался. Блин, что? Я опять сквозь текстуры пролетел. Алло, GTA, что за приколы? Я просто приземлился без рикошетиков даже. Что за это? Что это такое? Так, давайте пока посмотрим за Гришей, куда ты там полетишь. Ну, в итоге. Город. Это, скорее всего, там трасса. Трасса или... А, стройка. Ну да, до строечки, либо строечка. Это даже, наверное, даже Фиба. Ну, чуть дальше. Да, Фиба. Ну, окей, да, это главное, что балл-то мой. И 2-2 пока по баллам, но экстра балл нужно как-то бить. Ладно, идем дальше. Окей, продолжаем. Итак, Гриш делает себе две тачки. Это что-то... Nissan или что это? Да, это, по идее, Nissan Fire Lady. Да. Такая прикольненькая. Я пока делаю себе три. Первое это... Что у тебя там лагает как-то? Что это такое? Не лагает, нормально. Она у меня... Это Макларен. Капец, как пингует. На что с ней глянете? У меня троица в глазах. А, все, отремонтировалось. Не, нормально. Страшно было. У меня первая Феррари. Слушай, она нормальная. Вторая это... О! Мечта Димона. А третья это вот такая вот тачка. Окей, значит, что нам здесь выпало? Значит, это у нас 150, это у нас 100,
Ага. Ну, короче, я беру себе мечту Димана. Это у нас Passat. Какой-то Passat? Еще. Mm-hmm. Да, на обвесах и на. Как бы. Это еще к тому же вагончик, как он правильно называется? Типа. Минивенчик. Минивенчик, господи. Универсал. Минивен, да, универсал, короче. Ну ладно, я надеюсь, что сейчас буду быстрее тебя. Меня еще не это на. Сколько там? Просто. Ну, косарь же есть? Нету. Нету, да? Она так. Еще ударилась жестко. Я тоже ударился. То же самое. И слушай, ну было 1070, я как бы ударился, но полетел. Да, я ударился, но полетел, самое главное. И лечу я более-менее not bad. Это получается у нас здание FIBA, да? Прям по нему проехал, аж в сторону как-то съехал, прикольно. Ну ты, кстати говоря, недалеко от меня здесь запарковался. Думал, нет, что далековато, я буду... далековато, конечно. Так, ну-ка, это получается... Хотелось бы лучше. Ага, ну да. Ну слушай, пока всего лишь 3-2 у нас по баллам. То есть мы как бы идем более-менее неплохо. И впереди у нас еще есть раунды. Есть шансы отыграться и уйти в отрыв. Поэтому let's go. Окей, продолжаем. Опять-таки, из тебя две машины. Ага. Байки мы только учитываем, если не реальные, из реальной жизни, только если они выпадают. Так, Панамера. Да. У меня первая — это Омай. О май гад. Прикольная Эва. Первая. Так, подожди. Тут нам нужен ремонт. У меня что-то крашнулась игра. У меня игра вылетела. Так, мы вернулись, мы продолжаем. И опять-таки ты делаешь себе... Сколько там у тебя было? Две тачки. О, какая у тебя прикольная. Это Q3, что ли? Это... RSQ3, да. Только прикольненький, слушай, на расширениях очень классненький. Смотрится неплохо. Я пока делаю себе три. Первое у меня это... Nissan Versa. Да, у меня галенка какая. Мне кажется, что Nissan дальше полетит. Да, слушай, галенка у меня Audi. Это RS9, ага. Который типа вроде нету. О-о. Это концепт-кар такой, да, прикольный. Это не считается. Porsche и еще одна третья. Это, да, у меня что-то все какое-то фуфло. Алло, GTA. Это RS-ка мало под капотом. Здесь мало и здесь тоже. Ну ладно, возьму, короче, типа Porsche. Старый такой вот прикольненький Porsche. Ладненько, посмотрим, что получится у нас в этом раунде. В итоге ты берешь себе Audi, да? Слушай, ну, я не знаю, ну, мне кажется, Верса полетит. Ну, ладно, ну посмотрим, Audi. Поехали. У меня... Audi как бы тоже шансы есть. Да, я думаю, что 100 пудов. У меня Porsche Turbo. У тебя что-то прям хорошая скорость какая-то. У меня пропало все. 1200. Да реально? Ой, я сейчас буду перепрыгивать. Так, все, я пробую еще раз, а то как-то у меня что-то было... Была такая небольшая печалище, поэтому разгоняемся. Давай, так, 600, 700, да, нормально. Но это не 1000, это не 1200. А ты упал в городе где именно в городе ты упал, скажи мне? После стройки. А, на 1200? Типа он такой тяжелый оказался, что ли, или чего? Ну, я же тебе говорю, на скорости по-разному показывают. Но я думаю, что тут около 1000 скорость была. А у тебя которая... Какая у тебя скорость? Которая справа вот снизу или какая-то другая у тебя скорость? Ну, отображает меню, но мне тоже не знаю даже. Блин, у меня так-то неплохой прыжочек, ребята, но, разумеется, до Гриши я не долетаю, поэтому это 3-3 пока по баллам мы сравниваемся. И буквально впереди еще может быть 3, там 4 прыжка, поэтому надо как-то прямо, ну, балла заработать хорошие. Ну ничего, заработаешь. Окей, let's go. Так, о, мужик, здорово, что здесь делаешь? Кто такой, иди отсюда, тебя не звали. Так, с тебя 3 машины, так, пока я удаляю твой ниссанчик лишний. Так, я пока делаю себе 2. У тебя это первое, это... Так, это Мустанг. Мустанг, да. Первое. У меня Акура и вот Mustang. Такое вот. Что-то интересное, но... О, 200 у Акуры, возьму ее. Это Хавал? Хавал, да, Хавал. Вообще нормально тебе выпало. Хавал? Фига тебе было, 3 какие-то странные машины, да, казалось бы, 3 тачки и все какое-то неоднозначное. Я не знаю, что брать, они все шляпные. Ну, это, как говорится, судьба выдала тебе такие вот тачки, но, видимо, берешь себе Мустанг или Хэвэл. Не знаю, давай Мустанг. Ну давай, полегче. Давай. Он хорошо. Чисто полегче будет всех. Давай, догоняй, я пока разгоняюсь на Акуре, посмотрим, куда я-то полечу. Я сам не знаю, куда я полечу, честное слово, ребят. Ой-ой-ой, куска нет. Куска нет? Нормально, едем. Меня обманули, ты догоняешь меня! Тачка что-то вообще не полетела! Алло! Я не знаю, сколько я ехал, но я тебя обогнал. Да. А как это там под капотом 200 плюс? Сколько было под капотом? 100 с чем-то ведь, да? 190, да, или да. Что? 190, да. А как так у меня 200 плюс, а поехал я на 700? Алло! GTA! Ты чё? Как это? Ты упал-то около меня, реально, в этом же квартале. Ну ты сейчас серьезно. Ну, по сути, да, рядышком. Это вот где упал, Гриша.
А где-то снизу, да, получается? Вот где-то здесь, да. Ребят, это уже 4-3 по баллам у нас. Ну, нужно как-то реально отыгрывать. У тебя еще экстра балл, ё-моё. Короче, идем отыгрываться, ребят, реально. Окей, продолжаем. Так, сделай себе тачки. С тебя опять-таки 3 получается. 3 тачки. Ой-ой-ой-ой-ой, это прикольно, да, смотрится неплохо. Это фистер какой-то. Это GTA-шная, да, тоже не считается. И у тебя BMW Z4. Да, Z4. И еще одна у тебя. Я пока, наверное, сделаю себе или не спешить, даже не знаю. У тебя байк и... Додж. Неплохо. Прикольно. Я пока сделаю себе. Первый у меня это не считается. Вот такая вот BMW. А вторая это вот такой вот Chevrolet. Слушай, я возьму, думаю, что его испытаю. Надеюсь, что он мне баллы-то принесет. А у тебя там что получается? Что берешь себе в итоге? Да я не знаю, что брать, как бы. Ну, выбирай, я пока стартую. Они все одинаковые, они все по 180. Да? Ну ладно, посмотрим. Я, ребят, стартую. Я думаю, что еще, наверное, раунда, ну, это и скорее всего, еще один будет у нас. Ну, слушай, а так-то поехал 1300 с чем-то, но я... Слушай, я, блин, единственное, что я сильно скорость потерял. Хочу еще раз, ребята, потому что реально я очень сильно цепанулся. Предлагаю еще раз полететь. Окей, пробую еще раз, ребят, скорость хорошая, очень хорошая. Ну, короче, он цепляется, это просто, это... Она прикольно ехал 1300 с чем-то, но она, ребят, цепанулась на прыжке, поэтому... Все равно перелетишь в любом случае. Ну, да, тебя да, но это не экстра балл. И, ребят, это пока у нас ничья, но экстра балл надо как-то побить. То есть, какой же вариант? Сейчас будет уже последний раунд, либо сейчас я побеждаю и будет ничья, либо я побеждаю, ставлю экстра балл, тогда, ребята, моя победа. Либо будем играть, пока ты не победишь. Ну, да, да, я думаю. Мы так мы и будем делать. Отличное предложение. Хорошее, мне очень нравится. Ладно, идем дальше. Да, да, да. Let's go дальше. Ребята, последний и решающий раунд. И Гриша делает себе 3 тачки. А, 2 точно. Да, ой, какая Феррари, суперфаст. Это очень такая прямо сочная тачка, я сказал бы на самом деле. И еще одна у тебя какая-то это Lexus какой-то. Да, какой-то. Какой-то эклипс написано. Да, типа, интересный аппаратик. Ё-моё, спасибо. Спасибо, GTA, за вот такой вот. Это авант, братан. Сейчас же зима, нужно такую брать. Это авант, ты ж понимаешь, типа. Авант? Да, авант. Спасибо. Да, спасибо. Ладно, еще одна. И это у меня... Что это такое? Это что такое? Это что-то быстренькое. Слушай, ну по идее неплохо. По идее неплохо. Давай испытаем ее, да. Окей, мы готовы. Это последний раунд. Ламбор, Джамбор и Лексус. Давай. Так, 600, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1100. Я уперся в максимальную скорость. Только я опять поехал супер быстро, но цепанулся прямо на прыжке. Ну, камон! GTA, ты что? Ты нормально влетел, я даже тебя не вижу уже. Я тебя только сейчас перестал видеть. Я, слушай, лечу, не даешь рублевки. То есть она ехала 1400, она так цепанулась и полетела всего лишь на рублевку. Ну, то есть... Так, а я лечу в дырку. Сейчас. Неплохо. Опа. Тоже как вариант, честно нет, говоря. Нет, да? Я упал здесь, и в итоге, а ты запарковался. А, на крыше, да, неплохо. Окей, получается, по баллам у нас, ребята, как бы я впереди, но экстра балл Гриша делает дополнительный балл в конце. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Было очень прикольненько и весело, поэтому собираем 4000 лайков и выходит новая серия. Всем удачки, всем пока. Пока-пока.